Петрозаводский проездом из Москвы в Мурманск остановился первый секретарь Центрального комитета партии, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. На вокзале Никиту Сергеевича тепло встретили трудящиеся города, руководители советских и партийных организаций. На Онежском тракторном заводе Никита Сергеевич Хрущев осмотрел трелевочный трактор для вылазки леса. Руководители предприятия рассказали товарищу Хрущеву о технических данных этой машины, о том, что она хорошо себя зарекомендовала на лесоразработках.